Закрывшиеся тренажерные залы – не повод забыть об активности. Участники популярного челленджа в интернете на своем примере доказывают, выполнять упражнения для поддержки тела и здоровья с легкостью можно и в домашних условиях. Вот, например, зарядка от баскетболиста Владислава Одинокова, члена клуба «Химки Подмосковье». А это прямая трансляция тренера по плаванию и основателя школы «Пиранья» в Химках Андрея Никифорова. Спортсмен со стажем проводит онлайн-занятия для тех, кто не хочет обзавестись парой лишних килограммов на самоизоляции, да и просто для тех, кто привык к активному образу жизни. Сегодня нам понадобятся обычные полотенца. Эти полотенца необходимы будут для прокручивания, которые ближе к концу тренировки мы будем делать. И также обычный стул или обычный табурет для обратных отжиманий. Такой инвентарь точно найдется дома у каждого. Было бы желание. Несложные упражнения не только поднимут уровень эндорфинов в организме, но и поспособствуют выработке иммунитета. А он, как известно, сейчас важен как никогда. Так что заходите в интернет и скорее на тренировку. Нина Бережная, Химки ТВ.